Привет! Представляем вам обновленный станок для гибки завитков, торсировки и изготовления корзинок B2-16. С 2017 года мы производим его в России. Станок работает с квадратом, профильной трубой, полосой и прутком. В стандартную комплектацию V2-16 входят три оправки для гибки завитков различных размеров, блок и комплект оправок для торсировки и изготовления корзинок, переставляемый упор, педаль с кнопкой аварийной остановки, инструкция и весь необходимый инструмент для работы. Станок работает в нескольких режимах. В ручном оправка двигается, пока мы удерживаем кнопку. В непрерывном оправка двигается, пока мы не нажмем кнопку «Стоп». Чтобы работать в автоматическом режиме, задаем нужное количество градусов. И оправка двигается по этой программе. Согнем завиток в ручном режиме. Работаем с 16-м квадратом. Сменим оправку и согнем завиток в автоматическом режиме. Благодаря автоматическому режиму легко изготавливать серию идентичных элементов. Достаточно записать номер оправки, длину заготовки и угол поворота оправки. И вы сможете вернуться к изготовлению этого элемента в любое время. Мы установили блок для скручивания металла и изготовления корзинок. Начнем со скручивания в автоматическом режиме. Для этого установим оправки. Работаем мы также с 16-м квадратом. Изготовим корзинку из квадрата 8 мм. Установим оправки. И 4 заготовки.
выбираем режим управления корзинка и сгибаем. Станок V2-16 создан для интенсивного промышленного использования. Мы уверены в качестве и даем на него гарантию 3 года. Ссылку на товар вы найдете в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, работайте качественным российским инструментом, работайте с